Дорогие друзья, хотите, чтобы купленные инструменты и оборудование были доставлены к вам в целости и сохранности? Заказывайте дополнительную ударопрочную упаковку Pop Music. Что такое дополнительная упаковка Pop Music? Это картонная коробка размером 1200 на 600 на 220 для классических и акустических гитар и 1300 на 550 на 150 для электро- и бас-гитар. Стенки коробки сделаны из плотного картона толщиной более 1 см и проложены специальным защитным наполнителем. Стоимость коробки 400 рублей, но в том случае, если ваш инструмент либо какой-то другой товар будет стоить дороже 10 тысяч, дополнительную упаковку мы предоставим вам бесплатно. Мы рекомендуем заказывать дополнительную упаковку и для любых других хрупких товаров. В эту коробку без проблем войдет и оборудование для домашней студии, и световые приборы, и так далее. Ни для кого не секрет, что Почта России и различные транспортные компании не особо пекутся о безопасности пересылаемого содержимого, ведь их цель – доставить груз до адресата. И только. И если вы заказываете гитару в ее родной коробке без дополнительной упаковки, то рискуете получить разбитый инструмент. И вины нашего магазина в этом нет, ведь мы не отвечаем за деятельность транспортных компаний, передавая на отправку новый товар. В итоге и вы, и мы получаем ненужные проблемы. Дополнительная упаковка, которую предоставляют транспортные компании, разумеется, за дополнительную стоимость, абсолютно не гарантирует сохранность груза. Товар уже бывает поврежден в транспортной компании перед упаковыванием. Плюс мы никогда не знаем вес и габариты конечной упаковки. Ее делают из того, что найдется под рукой. В итоге бывает, что гитара весит всего 4 килограмма, а упаковка целых 20. Доставка упакованной таким образом гитары обходится в 2-3 тысячи рублей, что категорически неприемлемо ни для нас, ни для вас. Наша коробка вместе с наполнителем весит около 7 килограммов, но мы для обеспечения сохранности вашего груза при отправке через ЭМС Почту России учитываем вес упаковки только как 3 килограмма при расчете стоимости доставки, что увеличивает стоимость доставки всего на 30%, но при этом гарантирует сохранность вашего оборудования. Если отправка товара делается транспортными компаниями, то вес упаковки практически не влияет на стоимость доставки. Если отправка товара осуществляется транспортными компаниями ПЭК и деловые линии, то вес товара вместе с упаковкой не влияет на стоимость доставки. Если же мы отправляем товар курьерской службой ЭМС Почта России, то к стоимости доставки добавится порядка 100, максимум 200 рублей. Ну а теперь мы с вами проведем эксперимент. Резюмируя все вышесказанное и увиденное, хотим сказать, что упаковка Pop Music – это идеальный вариант для транспортировки вашего заказа.